Я думаю, если вы все еще играете в Fortnite, то, скорее всего, либо зависаете в ранкеде 49, сюда! Либо, может быть, билдфайтитесь с братишками один на один. Ты меня, типа, развалишь или что? Да, так у нас счет, ты видел? Давай перезайдем. Или, может быть, какие-нибудь зонварсы. Но это все такое, довольно скучноватое, посредственное. Что ж, ребят, у меня для вас классная новость. Мы выпустили лучшую карту в Fortnite. Скайблоки. Это что-то вроде нового типа зонварсов, но с уникальной системой рейтинга, которой нет ни у одной карты. 6 различных тематик летающих островов, которые будут рандомно меняться и обновляться в зависимости от времени года или вашего фидбэка. На каждой из тематик разный лутпул, но сбалансированный, что очень важно. Также есть фишки, которые делают геймплей гораздо интереснее, чем на обычных зонварсах. Что ж, я думаю, я запишу на этой карте не один и не два видоса. Скорее всего, на ней будут проводиться кастомки, турниры, не знаю, может быть, еще какие-то другие ивенты. Но я точно уверен, что вы ее зацените. Потому что, по сути, мы создали свой Fortnite внутри Fortnite, воплотив все свои идеи в эту карту. Что ж, приятного просмотра. Ну что, ребят, наконец-то, это скайблоки. Это ремастер скайблоков, и это лучший режим в арке на данный момент. Чекайте, сейчас начинается рулетка, и выбирается рандомная тематика. Сейчас мы будем играть, скорее всего, на пиратах, да? Или на релоде? Надеюсь, на пиратах. Да, на пиратах, найс. Пиратская тематика, let's go. В общем, сейчас нас перемещают в раунд. И я вам сейчас покажу, почему это самый крутой режим. Я буду пробовать играть на лейт, наверное, сейчас. Да, я попробую сыграть на лейт. Мне нужен остров сразу. Вот он остров, я хочу сразу же захватить остров. Let's go. Боже, вы просто посмотрите, как это все выглядит. Ах, какая прелесть. Кто там уже прилетел? Не-н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 е
Винки, это винки, походу. Знаете, что я сейчас сделаю? Меня это немножко бесит. Поэтому... Да, здесь так можно. Потому что у меня бесконечные патроны, ребята. Так, на кого бы упасть? Не упасть бы просто? Let's go. Так, отлично. Просто посмотрите, как это выглядит. Белый, белый, белый. Блин, как ведет этот драмган. У меня еще руки потеют, капец. Опа, я кого-то прихлопнул, походу. Ладно. Так, а что у нас здесь? Сундук, наверное, открыт уже, да? Давайте вот сюда сгоняем. Сундучком. Нужен сундучок. Тут застроим. Тут тоже застроим. И тут застроим, потому что внутри строиться нельзя. Внутри вот этих штук. Короче, все застроили и открываем чест. Мне он понадобится. Берем. Блин, я хочу еще раз эту штуку с вылетом сделать. Хотя, а если два дробовика, по-моему... Я не знаю, я не помню. Можно там, нельзя. Так, сверху фиши. О, кстати, а я вот так могу? Могу, но... Тихо. Что происходит? Я могу стрелять сквозь пол. Это имба, ребят. Это просто лучший режим, отвечаю. Просто, и это просто, это только одна тематика, ребята. Только одна тематика, только пираты. А этих тематик 6. И они будут меняться. И они будут меняться. Это плюс вайп. Так, кстати, знаете что? Тут у нас еще аирдроп падает. О, кто? Кто? Не-не-не-не, тихо. Спокойно. Что? А, нет! Да боже! Тихо, спокойно, ты что? Зачем ты пришел меня пушить? А, я упал! Да подожди ты, да боже, что я сделал? Почему у меня все из рук валится? Я не понимаю. Ага, меня пытаются вытащить. Мне ресов мало, мне надо уйти вниз. Надо отсидеться чуть-чуть. 11 ремейн. Блин, аирдроп. Вот я хотел аирдроп забрать, но тут очень сложно его забрать. Когда тут фулл лобби, конечно, очень сложно забрать. Я, кстати, собрал мультисабов, ребят. Это все сейчас со мной играют мультисабы, поэтому мне не так-то просто будет. Так, аирдроп падает. Но его уже никак не поймать.
Ну ладно. Блин, как же это все красиво выглядит. Чекайте, мы просто в облаках. Это Винкс? Это Винкс вроде бы? Да. А-а-а, Винкса загасили. О, не, бро. Ну что ты тут делаешь? Ну, я на вейт. Давай еще раз постреляй. Блин, можешь мне выскочить? Давай еще раз постреляй, бро. Блин, мне нечем хилиться. Нужно будет где-нибудь лута набрать. Что это было? Меня ломают? Охренеть. Почему меня ломают? Блин, ну это противный чел максимально. Что это было? Как в старые добрые, ребята, я как будто в Fortnite OG. Я хилю с двумя кострами, прям как в том видосе. Я вам гарантирую, вы с этим режимом просто максимально кайфанете от Fortnite. Вы испытаете те чувства, которые вот были раньше. Я вам гарантирую, реально. Так, знаете, что я хочу? Блин, тут сейчас зона уже будет подходить. Нет. Блин, я никого не убил? Реально, 0 киллов у меня или что? Я уже не помню. Просто фулл на лейт человек играет. О, ну понятно. Забей, я правильно. Ну это... Что я сделал? Зачем я решил ХГ забрать? Ну что за глупые? Ребят, карта реально пушка. Поэтому я объявляю конкурс на 100 000 V-баксов. Поучаствовать сможет любой из вас. 33 призовых места. Все подробности есть в закрепе ТГ-канала Контора Студио. Также ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Ну, я не умею играть, ребят, реально, я разучился. Вы гораздо лучше меня играете все, поэтому... Ой, у меня аж глаза слезиться начали. Чекайте, в чем прикол. Смотрите, вот просто в чем прикол. Вас убили, да? Вас выкинуло в лобби. Написано Game in Progress, то есть еще идет игра. Справа написано 4 игрока, это еще, то есть в игре на скайблоках, 4 игрока еще сражаются, то есть топ-4 там. И пока Game in Progress, вы можете идти вот сюда на паркур и проходить паркур, спидранить паркур, представляете? Вы просто можете, ну я бот, как бы не только просто в Fortnite, но и в паркуре в Fortnite. Я, кстати, не проходил он ляп. В общем, паркурчик здесь тоже классненький, обязательно попроходите. Вот 2 игрока осталось. Ну все, вот победа. Собственно, доиграли. И сейчас нам покажут. Нет, нам ничего не покажут. Потому что мы на паркуре, ребят. Все продумано. Там, в общем, винскрин показывает, кого, ну, кто победил. Вот. А если бы мы были просто в лобби, нам бы показали винскрин. Ну и, собственно, всех выкинул обратно в лобби. Начинается новый таймер. Новый раунд. 20 секунд. Сейчас на 15 секунде начнется выбираться тематика. Надеюсь, будет релод. Потому что очень хочу вам показать релод. Это прям OG. Это круче, чем OG. Блин, не релод. Ну ладно. Хэллоуин, скорее всего, будет, да? Хэллоуин, let's go. Плюс вайп. Можно, кстати, поменять скинчик тоже. И даже это еще не все. Вот смотрите, если меня сейчас просто с самого начала прихлопнут, это, конечно, будет фиаско, но я не расстроюсь. Так, у меня рядом остров, это хорошо. Я сейчас постараюсь чуть поагрессивнее играть. Хотя меня вряд ли что-то получится, потому что я, ну, блин, против подписчиков играть забейте. Так, что у нас здесь? У нас здесь револьверы. Захватываем. Смотрите, нам сейчас даст эффект. Вот над моим рейтингом будет показано, какой у меня эффект. Не-не-не-не, так нельзя, бро, так нельзя. Тихо. Я захавал рыбку. У меня дэмэдж. Повышенный дэмэдж. Сейчас пойдем на голову. Это Винкс. Я не попал. О. Ну нормальный, кстати, дэмэдж влетел. Возьмем еще. Ловим еще. Возьмем еще. Возьмем вот эту. И кушай! Блин, это жесткая тема на самом деле, ребят. Так, ну что? Полетели? В общем, мы можем просто лететь дальше. Let's go! Можно так. Блин, увеличенный дэмэдж, это, конечно, плюс вайп на островах. Ой-ой-ой-ой-ой. О, у кого-то ракетница! Надо забрать. Мне кажется, надо забрать. Блин, или все-таки еще и дэмэдж повысить? А что если повысить дэмэдж и забрать еще и ракетницу? Это же вообще будет просто фиаско. Давайте сперва вот этот сундучок еще залутаем, посмотрим, что по луту. Потому что мне не особо хочется с револьвером играть. О, можно вот это, да? Давайте с этим дробовиком, наверное, с ним получше будет. Как будто бы. Ай, все, харе. Блин, все просто сидят, отстреливаются, ё-моё.
Да кто там, алло? Да кто там? Винкс. Это Винкс? Или не? Да, тут специально, ребят, мы так специально продумали, что вот здесь нельзя строиться, типа, внутри островов, и что здесь нельзя поставить, чтобы как бы побольше билдов тратили. Ну, такая задумка, в общем. Это все не просто так. То есть это не баг. Это специально сделано. Все продумано. До мелочей. Ну реально, здесь прям в этом режиме продумано все настолько. Вот прям мы так запарились. Я не знаю, мне кажется, ни один создатель карт так не запаривается, как мы запарились над скайблоками. Ну, именно в плане геймплея. Это больно. Это было больно. Ну блин, что это? Ну он просто разбил этим дробовиком стенку. Да, это сильный, это очень сильный дробовик. Надо было, наверное, его оставлять. Ну блин, я реально, вот честно вам говорю, я не умею уже играть в Fortnite. Мне нужно тренироваться. Но я уже и не в том, как бы, возрасте, ребят. Вот это Винкс. Вроде бы. Так, что я вам еще хотел показать? Вот вас прихлопнули, да, допустим, в раунде. То есть все, как бы, НТ. Вы можете просто побежать вот сюда. Боксфайты. Бэм! И просто играть в боксфайты. Просто играть в боксфайты. Как бы пока ждете. Просто бэм. У вас тут боксфайтики. Let's go, как говорится. Файтимся, наслаждаемся. Ждем, пока начнется раунд. Тут вот так вот боксы сбросились. Оп. Ну понятно, да. Тут, ну, меня и здесь унижают, как бы. Если вам надоело, просто юзайте эмоцию. Просто юзайте эмоцию и ливайте снова сюда. Можно прокачивать рейтинг. Как видите, рейтинг у нас уникальный. Такого рейтинга нет ни на одной карте, потому что здесь не просто рейтинг, который идет... Ну, естественно, обняться с подписчиком, конечно, это безусловно. Здесь рейтинг, который не просто идет вверх, то есть, когда вы... То есть, вы его просто набиваете, да? А здесь прям продуманная система. То есть, в зависимости от того, какой рейтинг... какому рейтингу ты сделал килл, у тебя как бы разное ПТС. То есть, допустим, загасить, устранить какого-нибудь Сильвера не так круто, как устранить того же Анрила. То есть за Анрила больше поинтов дадут. И рейтинг также снижается, то есть взимается плата за проезд, так называемая, как в Battle Royale вот раньше. То есть мы прям даже рейтинг запарились и сделали максимально круто. Также тут есть профиль, смотрите, можно зайти в профиль. Открывайте профиль. Здесь вся статистика. Обязательно вот за daily visits вы можете получать разные плюшки. То есть тут вот всякие... Вот сколько вы раундов выиграли, сколько киллов пробили. Вот я, допустим, даже 25 киллов еще не сделал. Вот, тут вот вся инфа, стата. Вот эта штучка, обратите на нее внимание, да? Вот, можно пройти паркур. Если пройдете паркур меньше, чем за минуту, вот здесь будет результат. Кстати, вы можете присылать, если вы, допустим, добились какого-то рейтинга и хотите попасть в таблицу лидеров, то вот здесь вот вся инфа в нашем дискорде. В этот канал можно будет скидывать скриншоты. Ну или там будет автоматизированная система, я не знаю, пока еще не придумали. Ну короче, обязательно сможете это юзать. Также есть магазин. Блин, я реально, я всего просто... Я хочу прям все вам рассказать про карту, но лучше будет, если вы просто зайдете и сами все прочекаете. Есть магазин. Прикиньте, магазин, в котором вы можете покупать разные крутые плюшки. Тут даже пепочка есть, тут даже гриб есть. Можно, кстати, код ввести секретный. Вот, секретный код. Потом узнаете, где их получить, эти коды секретные. В нашем ТГ-канале конторы, если что. Все, доиграли игру. Раунды длятся примерно по 7 минут. То есть около 7 минут. Где-то так. То есть мы по зонам примерно вот так вот сделали. Это, я думаю, более чем оптимально. Вот снова 23 игрока у нас в очереди. И, кстати, можно ливнуть из очереди. Хоп, ливнул из очереди. Все, как бы, можно спокойно, вот там время идет. Сейчас на 15 секунде начнет выбираться тематика. Чтобы там сходить, посмотреть, что в магазе. Допустим, там профиль свой посмотреть. Или пойти паркур проходить. То есть можно, оп, обратно вернуться в очередь. И все, вас снова записали в очередь, и вы снова сейчас будете играть. Вот, как-то так. Ну что, какая тематика? Heaven, let's go. Heaven тоже кайф. Heaven мне прям очень нравится. А подожди, или мы на ней уже играли? Блин, она уже, походу, была. Нет? Как это нет? Ладно, это у меня ОБС кошелит. Не, на Хайване, по-моему, мы еще не играли. Найс, меня никто не пушит. Ага, вот, началось. Ага, началось. Так, хоп-роки и... Блин, я не знаю, что лучше. Мне, кстати, дали еще хил. То есть я сейчас отхиливаюсь. И мне дают еще эффект. Я могу сделать вот так. И полетать. Оп! Лутаем сундук. Надеюсь, выпадет какая-нибудь снопа. А, ну ладно.
прокачка. Небольшая прокачка дробовика. Ну, тоже плюс вайп. Блин, я прям вот не ожидал. Я не думал, что будут отсиживаться люди. А куда чел полетел? А, нормально. А, или... Он упал все-таки. Ладно. Мне, кстати, дали килл, потому что я ему дал дэмэджа. Блин, ребят, ну вот реально, я прям хочу вам, знаете, показать геймплей с разных сторон. Показать максимум всего, что здесь есть. Но у меня за один ролик, естественно, это не получится. Блин, везде файятся просто повсюду, отовсюду. Лут летит. А, кстати, airdrop. Точно, airdrop. Сейчас будет airdrop. Вот я хочу его залутать. Я буду его просто ждать. А! Ты кто? Это минус вайп. Его кто-то зафайтил. Тихо. Блин, ну потничи, а. Ну долбаные потничи. У меня нет пуль. У меня нет пуль, братан. У меня нет пуль. Ну ты падла такая драная просто. Ну я вообще, ну я не могу. Я даже не могу пару киллов сделать. Сука. В боксы что ли идти теперь? Пойду в боксы хоть пару киллов сделаю. Ну что за нуб? Этот елексер. Тренироваться надо. В общем, буду тренироваться теперь на скайблоках. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо, хорошо. Ой, куда идешь? Все, спину держайся. А все, не хочу я боксить. Я ушел. Все, я ухожу от вас, понятно? В общем, ребят, это прям максимально такая вайбовая история. Я даже не знаю. На данный момент это наш лучший проект. Помимо один дома, я думаю, будет еще. Мы сейчас еще делаем гангеймы, мы делаем, короче, мы много всего крутого делаем. Но на этот проект ушло очень много сил, энергии и, самое главное, мозгов. Потому что здесь все прям до мелочей продумано. Здесь минимум багов. Но если они, кстати, будут, присылайте обратную связь. Можете в ТГ-канал в комментариях писать там или... в специальном дискорде, в нашем специальный чат. Кстати, никогда не выпадает двух одинаковых тематик. 4 игрока. Кстати, я что-то не показал. Можно спектейтить. Заходите в самый центр, можно спектейтить. Единственный момент, из спектейта выйти нельзя. Это прям такой минус, но это мы не можем сделать. По-моему, это нельзя реализовать. Вот мы можем только переключаться по игрокам. Вот еще кто-то у нас. Ух, нифига. Красивый килл. Ох, кто-то просто сидит. А, кстати, ну мы можем спектейтить и за теми, кто в лобби, но... с этим ничего не сделать. Мне кажется, вот этот чел выиграет. Это какой-то прям... У него 20 киллов. Оп, упал. НТ. Последние играют. Топ-2. Ну-ну-ну-ну-ну. Кто же, кто же? Вот, он тоже эту страту юзает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да. Ну, как я и думал. И сейчас нам покажут винскрин, на котором будет отображена статистика этого игрока. Что ж, друзья, я думаю, наверное, на этом все. В принципе, я вам показал. Обязательно зайдите и чекните другие тематики. Я, скорее всего, запишу еще какой-нибудь ролик. Может быть, там, не знаю, стримеров соберу, турнир какой-нибудь по скайблокам. В общем, пишите в комментариях свои идеи тоже. Я надеюсь, вы зацените нашу карту. Обязательно заходите и играйте. Прости, Дэвин. Сейчас он подумает, что у меня остров не захвачен и отсосет мои яйца. У нас полил какой-то тип. Сори, бро. У меня еще прям тут щелдит. Нет, блять, он меня подставил. Он меня подставил просто. Ну что это такое? Меня просто подставил. Кто это был? Вот кто это? Мне просто интересно, кто это был. Я просто не долетел чуть-чуть совсем. Ну что это такое, блять? Это Ял? Нет, Ял. А, ну Ял жив. Это может реально Ял был, я не знаю. Да-да-да, из Дигла. Это он меня сломал, подлец вонючий. Успел.
Ты зачем издеваешься над работягами, скажи мне? Ты чё издеваешься-то? Тебе не стыдно? Почему? И в бочку залез. И этот, блядь. Бляха, я чуть не упал сразу в начале, нормально. Все, захватываем остров. Тихо. Ну как же они спамят меня? Так, спокойно, спокойно. Сейчас я захилюсь и выйду, ребят, не переживайте. У меня хила нет. Это же хила. Залутал. Кто-то там. Найс. О, сам себе повесил, найс. Найс.